во-первых, там это понятно, что так было, что так будет, потому что у всех ребят еще есть силы. Ну, мы не так давно играли, поэтому как бы ребята надо отдать должное, что вообще терпели, старались, бились, пытались создавать моменты. Ну, во втором тайме уже вышли, начались какие-то качели, и раскрыла игру. И хорошо, что забили гол. Думали, что вот так во втором тайме действительно получится именно играть в футбол, более атакующий? Наверное, то, что Ростову менее выгодно было, чем нам, так и вышло. Мы немного поменяли расстановку, добавили чуть игрока в атаку. Наверное, все-таки закономерно, потому что хотели забить. Создавали моменты, да, и хорошо вот то, что сложилось так, что на последних. Ну и приятно то, что давно не выигрывали здесь. Тем более Ростова дома не выигрывали, да, так что эту серию, надеюсь, что мы прервали, и дальше только будет победы и победы. У вас разное игровое время было, тем не менее, команда была уставшая все-таки, два дня назад играли большинство 120 минут. Как так, как все равно удалось концовки вырвать? Характер есть, наверное, это хорошо, что команда не остановилась, не перестала играть, а пыталась создавать, забегать за спину, создавать какие-то моменты и... Все-таки добили своего, это очень, мне кажется, дорогого стоит.